Чем Ксения Собчак отличается от путаны? Чем же? Смотри, путана соглашается все, если ей дать деньги, а Собчак, если отобрать. Ну зачем ты так со мной, я не понимаю. Но то, что не вошло, это ужасные шутки, да, я понимаю. Ты расстроилась? Ну я реально не понимаю, мне кажется, у нас хорошее интервью было, Саша. Ну подожди, ну не плачь только, подожди. Ну это то, что не вошло, мы же это не говорили. Ну просто зачем ты так делаешь, я реально не понимаю. Ну подожди.